переписываемся, он много чего говорит. Что говорит? Один, блядь, себе в ногу выстрелил, другой вчера мама написала, себе в руку выстрелил, чтоб только уехать, блядь, оттуда. Ты представляешь, что мальчишки начали делать? Я это знаю, так на меня что-то списка не было. Я хуй знает, как они вывозят. Сколько вас осталось там? Ну, срочников? Вот сколько вас вообще вот в кучке человек? То ли 6, то ли 7. Двое уехали. Приехал очень много мальчишек, отмороженные, опухшие. Там, говорит, боли адские были. Понятно. Потому что мальчишки говорили, до минус 20 было, вот когда они ноги отморозили. На бетоне, говорит, спали вообще. Офигеть. Ну, вот, кстати, тебе же говорят, что я в России, да? Я сегодня звонила в главную эту московскую прокуратуру. Кому только сегодня не звонила. Я говорю, я у него уже даже не звоню, потому что он врет каждый божий день. Я говорю, он не говорит нам ничего уже, правда, ни слова. Я говорю, у него сегодня просила, хотя бы списки давайте, чтобы мы видели, что детей привезли. Он, говорю, даже списки, блядь, не предоставляет. Тварь, блядь, конченая. Я тебе говорю, кто просил бы, чтобы меня предоставили. Чего они делают? Сегодня мне сказали, у вас там полигон не северный, а какой еще есть? Я хрен его знает. Блять, на Г как-то он. Вот ты на нем. Я сегодня позвонила, ты на нем. Проверили. Я говорю, вы мне что, блядь, лапшу вешаете? Я говорю, я с ним нахуй 4 дня назад разговаривал под Харьковом. Я тебе говорю, у меня же боязнь, это липовое все. Я как бы здесь вообще другой человек. Написал, что на вас на всех пришли контракты, до одного. Сегодня хоронят мальчика, и эта мама вчера написала вечером, вот сына привезли, там все такое. И она говорит, что он по документам проходит как срочник и погиб под Харьковом в Украине. Я тебе говорю. Они даже не сделали его контрактником. Вот и все. А вы что там вообще делаете? Вот какой нахуй от вас там толк, ты мне объясни. Я хрен его знает, честно. Трупаков таскаете? Я нет. Другие таскали. Я хуеваю, блядь. Я сам охренел. В других, вот где сейчас мальчишки и матери пишут, там, говорит, мальчишки, им жрать, говорит, вообще нечего. Они как собаки, говорит, ходят, где что найдут, там, и типа это, ну, то и едят. Говорит, и купить ничего не могут. Так вообще, нам не обязательно покупать. Скрывал. Ну и правильно. Ночью, и все.